Большой поток людей входит в торговый центр. Ни металлорамок, ни охраны нет. Пронести в здание можно все, что угодно. Безопасность на нуле. Об этом сообщил начальник УВД Нижнекамска на антитеррористической комиссии. Особое внимание заострил на парковках. В подземной парковке ТРЦ «Олимп» отсутствует видеонаблюдение. Въезжающий транспорт полностью вообще не досматривается. Хотя, в принципе, при таких обстоятельствах заедет начиненный автотранспорт, и весь торговый центр со всеми людьми может пострадать. Такого быть не должно. Айдар Мешин сказал, что необходимо собрать отдельную встречу с владельцами торговых центров и уже с них спросить по всей строгости. Если здесь все же можно отследить, найти виновных и устранить проблему, то вот в интернете с экстремизмом бороться гораздо сложнее. Для этого в Нижнекамске создана кибердружина. Киберотряд, который взаимодействует с УВД, и они мониторят группы, где есть как раз-таки неправильные наклонности, и уже более 30 таких групп мы уже подали заявки в интернет, и они уже сейчас в разработке. Новшества ждут нижнекамцев, и во время выборов появятся избирательные участки на колесах. В качестве пилотного проекта будут переоборудованы несколько автобусов. Это необходимо в случае возникновения угрозы на стационарном участке, чтобы не лишать людей права проголосовать. Все участки необходимо обеспечить металлорамками и ручными металлоискателями.